случится погибель легиона. Да будет благословенно твое сердце. Что привело тебя ко мне? Смерть тем, кто противостоит нам. Вечное солнце направляет нас.
Алло, привет, ночной. Чё ты там, чё тебе надо сказать? Как квесты делать? Короче, квест какой-то сделал. Миссар вот этот, это легко. Он тут рядом. Ну это нужно демона убить, воткнуть в него. Убил, воткнул. Портал какой-то. Портал настроен, святилище настроено, кровавый кристалл настроен. Ты не знаешь, как делать это? Нет. Ну, сейчас расскажу тебе, сейчас еще один символ куплю. Так, что там? Символ правосудия, символ... Тут цены нахуй я ебал. Нахуй с... Мне денег не хватает на символ, прикинь. Экзорцизм. Так, ладно, сейчас хлам продам. Иду. Я ретрик себе сделал. 232 у меня, наверное. Пушка 251, прикинь. Блять, вот как вот эти квесты придумали, блядь, что-то неправильное. Уёбищные? Ага. Так, кристалл что на западе. Площадь к югу отсюда. А, вот это на карте вот эти значки, да? Нет, там нужно немножко другому еще придут. Так, вот, голду продал. Отлично, на символ хватает. Все, сейчас куплю символ, побегу. Какие ты уже сделал? Кровинику, я надеюсь, сделал. Показывать не надо, да? Как там травку лутать. Кого-кого? Ты вообще эти квесты не делал? Нет. Понятно, понял. А что ты решил зайти, друг? Время есть. Время есть. Это хорошо. Так. Вчера, короче, зашел на X1 ночью, где-то часа в 3-4. Помог чувачку пронести эти секси-залы, он мне 300 голды дал на лимошку. Могущество. 15 голд, выебись. Так, все, символ купил. И бегу к тебе. 4. Все правильно. 4 символа есть, 2 были. Так, погнали. Вот за цизма. Символ правосудия. Какие-то символы, линии. Да, там в трех местах надо побывать. Так, символ. Печать отмщения. Сейчас выпустить чуть-чуть. Символ чуть я на нежить стоит. Символ благословения королей стоит. Символ. Благословение могущества. Вроде все. Отмщение, изгнание, экзорцизма. А нет, вместо изгнания. Ой. Символ правосудия. Где он, блядь? Символ правосудия, бред. Это гоники, две голды не хватает, что шутите что ли? Продукт, бля. Сейчас продам жук. Жука продам. Да прикинь, продать вообще нечего. Одно место нашел.
Одно место, там второе, силовые линии. Короче, одно нужно сделать там, где ты воткнул копье в демона. Это первое место. Второе нужно сделать, где ты бегаешь этих рыцарей. Ну, здание, короче, в центре и посередине углубления. И третье нужно сделать там на пляже к мурлокам, короче, бежать. Вот. Да, вроде так. Бля, где денег-то взять? Тупо надо две голды. Еще что-нибудь найдем, что продать. Блядь, дерьмо, а? Я ничего не могу продать. Все надо. А вот, субстанция души на продаем. Демоны, ебаные, блядь. Ну? Ебаные демоны. Ну да, они жесткие. Сингл у нас. Вот, наконец. Блядь, 76. Раз будет. Сейчас вместе поделаем заодно. Вот у меня голды, знаешь сколько? Сейчас тебе скажу сколько. После покупки символа у меня осталось 71 серебра. Ну чё по рейду скажешь? По-моему, блять, процентов 40, блять, тупые люди. Как убили, блять, через жопу. С двумя смертями, блять. Охуенно. А вот где демона убивал, где использовать кристалл? Вот там прям в этом, где он стоит, в арке, короче. А он, блядь, ресается. Ну да. Ну, один должен его брать, либо с, там... Я в бабле приходил и делал. Так, символ правосудия, правильно? Все, я делал ретрик какой-то, я бегу к тебе. Кристалл сделал. 1, 2. Ну, 1. Ты записываешь сейчас все, да? Понятно. Ну, тебе прям показано кристалл гайд, ебан. Гайд, блядь, когда нету 1000 уйдет. Зачем ты это делаешь? Че? Записываешь это все. Ну, чтоб потом знать, как делать, может кому пригодится. А, так, смотри, иди ко мне. Забей пока на пусты, я скажу. Надо пидора этого убить. Давай помогу. Смотри, как у меня рпал чётенький. Вообще не доебись. Видишь, появился сразу. Ну иди делай. О, тут юзается. Да, вот здесь надо. Сука, он мне сбил карту. Давай делай быстрее. Попизжу. Я-то про товары всех запизжу, но... Нет, сколько я урона даю, нахуй? Мы урон, блядь. Вот. Заебись, тупо гол. 76. Пошли, короче. Воткнул херню эту. Пошли к третьему месту, чтобы ты сразу его закончил, иначе начнем другие. Бежали со мной. 6 демонов убил вот этих вот, освобожденных Гелион. Пошли со мной. Я решил, ну типа, чтобы понятно было, какие квесты где берутся, как делаются. Я взял только 3 квеста, потом остальные возьму. Так, ты взял вот на эмиссара, на святилище и какой третий? Вот светили сейчас третий настроен, демона ты проткнул, и какой третий? Воздушные атаки должны я понял. Покажу, как это делать. Там делать надо, смотри, там надо делать хитро, я тебе сейчас объясню. Там мобы ресаются быстро, но нужно летать не сразу запускать полетку,
А нужно запускать, как только прилетели те, кто раньше полетел. Понял? Только они приземлились, сразу свою запускаешь. Их вот сюда беги. Короче, я покажу. Здесь активирую это говно. Воздушные атаки должны продолжаться. Погнали. Сейчас их сделаем. Сейчас я тоже возьму эти квесты. Тут вот этих клеточных нужно убивать, короче, рабочих освобождать. Сейчас все покажу. Мне Ромин показал, я запомнил. Еще какие-то квесты можно еще тратить и делать. Но я не хочу туда летать. Это если хочу. Будешь, хочешь. Ну, тогда вот свитки тебе дают. Вот, заклинатель телепортируется с острова Кельданас в шатрат. Восстановление 2 секунды. Можно с помощью этих свитков в шатре летать. Вот. Погнали, я тебе покажу воздушные атаки. Где ты взял его, кстати? Ну вот, как протующийся сдал рано в этот, на остров. В это здание, в котором он стоит наверху. Типа я вот у него зашел, и там 3 квеста таких были. Пойдем. А вот там берется 3 квеста. Сейчас я их тоже возьму, потом поможет это делать. Бля, на острове Easy Gold фармится на самом деле. Тупо приходишь, мобов хуяришь, блядь. Особенно демонов, и с них куча голд падает. Так. Подписку для слава поля это делаю. Почему 3, когда здесь 2? Дальнейшая перенастройка. Не тут, не понял. А, в другом. Где ты стоишь, когда портируешься сюда? Все, понял, да-да-да. Там есть 3. Сейчас выйду. Подожди, мне вот эту хуйню все брать, да, остальное? Да-да-да, вот что я взял там, вот эти два креста тоже бери. Подпитка там, вся вот эта хуйня, их тоже бери. Так, это уже понятно. Воздушные атаки взял. Я делаю обычно 9. Если будешь остальные брать, там, по-моему, 11 или 13 будет, придется летать в шатрат. Еще там пилить. Но это если репу будешь качать. Воздушные атаки, погнали. Вот, видишь, чувачки прилетели на этих хуевинах. Видишь, вот, сейчас полетели. Вот сейчас летать не надо, потому что они полетят перед тобой и мобов зафармят. Поэтому нужно лететь только когда они прилетают. То есть клацать нужно одновременно. Вот на эту полетку, вот где я стою, заметочку воткнул. Принять так сложно, но пока не жми. Нажмешь, когда я тебе скажу. Сразу возьми волшебный заряд. И выставь все на единичку их. Так быстрее. Чтобы это не искать. С учетом того, что там крутится мог. Ты раз искать класс, это проблема. Вот. Делаем этот квест следующим образом. Ждем, когда прилетит предыдущий чувак. И одновременно нажимаем на полететь. Качал, короче, это. Наложение чар и короче, ну жезл делал, все там эту пыль тратил, чуть-чуть прокачивал там себе, прочаривал, ну и короче, нужно сделать жезл было из истинного серебра, да, купил жезл и короче, там черная жемчужина. Я за сигами отходил. А, да, отходил, я тут рассказывал, ну игру качал, о, кто-то прилетел. Это не тот. О, нихуя, кто-то нажал. А, это с полетки. Ну, короче, качал зачарование. И, короче, надо было жезл делать со стеной серебра. Там, короче, черная жемчужина, блядь. Ебать. Ха. Я прикинь. Вот кто-то прилетел. А стой, 500 голд, это прилетели с острова. Не с острова, а с кораблей сзади. Короче, смотри, по поводу жемчужины сразу тебе скажу. Покупаешь моллюск болтон. А нет. Ты ж... Нету их, короче, но только фармит-то. Фишка в чем, блядь? Я покупаю через аук, юзаю вот эту хуйню, аукционер этот аддон. И, короче, мне выдают черную жемчужину. Ну, я тыкаю купить, там что-то 350 голд. Купил, приходит кольцо, короче, на почту, ебать, оно называется черная жемчужина, блядь. Прикольно, рыба. А потом, смотри, жемчужина, да, уже обычным поиском, без аддона. Смотрю, жемчужина, сука, 450, это. А, дорогая, лучше купить моллюску болтунов или выбить их для наложения чар на... Ты заебешься, мне кажется. Так, ждем, короче, когда типок пролетит какой-нибудь.
и клацаем. Ты взял этот? Вот, прилетел. Нажимаем. Полетели. Полетели, Войд. Жми. С Роми так и делали. Дожидались, когда кто-то прилетит, и летели вдвоем, убивали. И если мы в пати, они засчитывают. Что надо делать? Летишь, у тебя сейчас эта хуйнюшка не активная. Она активируется только, когда ты прилетаешь вот туда, на тропу мертвых. Что надо сделать? Убить этих придурков, да? Сколько их там? Две владыки, три колдуна, 12 глазов. Головорезы — это такие мобы, не самые большие, вот, но их много. Они такие чуть красноватые, ты увидишь. Вот, их нужно в первую очередь. Что там, владыка, колдун, головорез. Колдуны легкие, их много. А вот головорезов, они маленькие, ну, модельки. Короче, их в первую очередь отцепляет. И один спамишь, вон головорез, хуе. На, понимаю, на. Второй. Третий. Он колдунов. Порезы. А, вон они. Какие чуваки. Хочу понять, как они выглядят и не промахнешься. Справа сейчас будет головорез. Вон он. Попаялся. Чё, сколько убил? Хуй знает. Ну все. Так, чё мы с тобой убили? Нам осталось 4 головореза. На двоих мы 8 их убили. Вот. Обычно меня... если ночь... У меня 9. 9. У меня 8. Значит, я больше засчитал. Сейчас еще раз полетим. Короче, вот этот квест хорошо ночью делать, потому что днем пиздец. Ты будешь летать тут 5-6 кругов, чтобы этого головореза найти. Потому что летают все, нахуй. О, големчики живые, сейчас их тоже придет. Фармить придем. Че, летим еще раз туда? За этими дураками. Бля, я недоволен, короче, рейдом. Ладно, блядь, с какого 7 утра или с 8 нахуй? Если убрать техновайп с моего, что я запутал. Бля, вообще ни о чем. Очень так слабо. Смотри, просто на 50% хп больше. Угу. Че, полетели давай, сразу. Клацай, давай. Раз, два, три, полетели. О. Там ладно, там хп много. Реально много. Мы еле-еле в берсу успеваем. С дамагом 240 рейдовым. Так просто хп больше у босса, поэтому больше ДПС. На обычном серве мы будешь, блядь, хуй знает. Это 25 гер били. Да, мы как минимум уже 8 боссов убивали из геры. Оставляли бы, наверное, профа, Синдру, Лича, возможно, вот там. Магнилова, может быть. Магнилом сложно. Ранжо дышать людям было бы. Остальных бы мы всех убивали. Да хули, я на X5 пришел, блядь, у меня там паладин 5.8, маф 5.7, я их за 2 месяца одел, мне скучно стало, блядь, я пойду... О! Головорезы, блядь. Пидорас. Вон, видишь, такие красненькие, чуть повыше, чем их. Все вроде засчитано. А, все. Я тоже убил. У Тала можно еще кинем. Кристалл хранитель теперь, да? Че стал? Кристалл хранитель. Да. Караульные вот эти. Да, сейчас я скажу. Бежим, этот сдаем. Что если сюда это прибежать, ссылки попробовать им пизды надавать? Какого? 79 уровня? 81-го? Нет. А туда, по-моему, или можно пройти туда, ну? Просто дольше? Идея, можно. Ну, да. Бить ты их будешь 2 года, блять. 80-10 уровня. У них хп там без... пьяные. Конечно. Да, если фулгирным персом даже... Ты видишь, что никого нету, блять. Туда пешком не ходит.
А если пати собрать? На рейд, да, на это на квест. Вот эти желтые нужны нам. Да, да, да. Ну они, видишь, их много. Так, сейчас беги, сдавай квест, этот полеты продолжаются. Потом сдам. Потом, окей. Так, тогда следующий квест. Так, портал у тебя был. Вот, идем караульных фармить. Желтых этих мобов, големов. Чтобы запустить караульного, нужно по нему правой кнопочкой потом клацнуть вот кристаллы сердечники. Погнали. Прям по берегу идем, они тут будут. А, и вот этих еще нужно поубивать будет потом, пока не агри их. Подпитка для силового поля. Взял квест? Бери, бей их. Бей всех. С них падают штучки такие, пыльца. Пыльцу нужно собирать. 4 штуки, потом активировать любого кристалла, который на острове. Просто видят. Итом выглядит титановый порошок. Вот у меня вроде 2 пошли, да. Этого убьем. ДДД охуенно их разбирать. Вот здесь. Люблю вара. Да, прикольная. Еще один берегу. Давай, короче, сам запускай туда их. Очень хорошо, что у меня есть капметки со всеми шмотками, которые на мне даже больше, у меня 10% нет. Так, это четвертый был, да? Третий. Вот еще кровяника здесь есть, ее тоже нужно будет собирать, но это потом. Видел, блядь, это? Рюлики выложили в магазин. Нажми разное, нажми магазин разное, черный бриллиант новый, 1200 бонусов, 1290. Охуенно, да? Так, это четвертый, да? Пошли на берег, он с пятого вижу. Сделал. Молодец. Пошли дальше. Сейчас я портал здесь клацал. ПС, мы видишь, у меня забагал слегка. 6к. Это видать. Это вы скрыли. Погнали дальше, короче. Так, что у нас тут портал настроен? А, еще портал надо настроить. Ты эту пыль
Пыльцу собрал, иди сюда. Штуки. Ну, иди сюда, вот, кристалл. Подходи вот к этому, кристалл, источник. Эвакуация пыльцу. Правая кнопка, бах, я сделан. Ебаль тут, а. Так, 5 квестов сделано. Так, отлично. Портал настроен. Пойдем еще святилище настроим, которое ты сделал. И миссар мне нужно убить заодно. Погрею пока. Хрена себе. 8 сторон, у него стан действует 6 секунд, а 1. Сколько еще демонов надо? Мне еще нужно бить. Левков такая. Ну, ну. Пойдем еще убьем эти. Тебя? Я пока не могу Знаешь, что хочу проверить? Давай слетаем. А когда кресты все пойдем, сгоняем к тем мобам, которые полетные, и попробуем побить их, сколько с них будет. Третья ката. Что-то смотрит на тебя ретрик. Где? Какая ката? Похилься, вон он, смотри, бежит. Все тебе пизды даст. Маны нет. Короче, ну их нахер. Так, все, я квесты здесь поделал. Осталось только ждать. Сейчас дадим, возьму остальные и покажу тебе, где их делать. Ты флешка не хилься, когда бьешься. А смысл? У меня големы сагрились, сейчас умрут где-нибудь поблизости. Ну, шли, отлично. Когда алика бьешь, даже если их не бьешь, они просто забегают на твою лужу, которую ты разлил, получают урон. Тебя убивают големы эти ебаные. Так, даю квест. Сейчас остальные сдам. Мне надо взять остальные. Сейчас скажу тебе, где взять. Аркенон Порос. Так, загнать врага в угол. Что там надо сделать? 6 резервистов убить. 6 резервистов? Это где? Хочешь что-то купить? А, так это ты на демон только что взял, да? Или нет? А, я понял, где ты взял его. Это на корабли полетим сейчас. Так, сейчас тоже его возьму. Еще нужно взять на кровянику. Еще нужно взять на мур. Иди сюда. Точнее нет, пока стой там. Тут я смотри, вот, вот здесь, да, берутся 3 квеста. Там еще есть 4, но надо на этот шатрат, короче, лететь. Значит. Так, один квест вот здесь ты наверху взял, да? У чувачка это. Знать враговую. Правильно. А, еще один. Еще один наверху, еще один внизу. Вот, наверху берешь. Вот здесь вот. У Иластара взял. Клинки рассвета должны быть сокрушены. Нет? Нет. Взял? Клинки рассвета должны быть сокрушены.
Вот, вот сюда забегай. Вот, я тут того мол. Дальше иди сюда. Слава Син, да. А, ну вот, это четвертый. А, ну вот. Если взял, то пошли делать. Если не взял, то бери. Прыгивай вниз. Вот у тебя сейчас 4 квеста получается, да? У меня 3. Четвертый внизу. Вот здесь вот. А как он называется? А, продолжаем. Ты его не брал? Вот я взял его только что. Если взять оружие Атамала, его нужно делать в шатрях. Нужно раздробить оружие Атамала, там вооружение Солнечного края на острове Кельдонас. Но это нужно в шатрат сгонять там и так далее и тому подобное. Это... Так, дальше. Что там дальше? Пошли. Правильно, да, бежишь со мной. Вот здесь еще берешь. Это уже получается 10. Берешь вот этот второй взаимовыгодный бит. А первый что? А первый этот шатрах. Ну, возьму. Вот. На уступ острова Шипа в запределье, чтобы добыть для нее 5 корней острова Шипа. Это нужно летать, фармить эти корни. Короче, не бери. Потом сделаешь сам. Я его не делал. Дальше погнали. Сюда беги. Тут еще на кораблях. Зачистить залив зеленожабрых. Так, подожди, а где еще один квест, который на этих? На руду. Так, святилище. Зачистить. Так, подожди. Погоди, что-то мы пропустили какой-то квест. Сейчас найду его, да, где-то он тут был. Так, это что? Так, это шатры. Делали 4 квеста, тупо 100 голов сразу упало. Так, здесь нет ничего. Лачдан мне сегодня 5 зефиритов подарил. Охуеть можно. Так, ну вроде все, пошли. Если что-то еще увижу, покажу. Так, какой сейчас делаем? Делаем загнать врага в угол. Опять выносись на панельку с горящее масло. Сходи к звездочке. У тебя квесты там горящее масло. Вот. Жмешь, полетели. Можно не пропустить. И смотри, лучше кидать в центральный парус. Каждую вот эту хуйню. Центральный парус. Эти самые карманы иногда не засчитывают. Так, два засчитывались. Вот, второй не засчитало. В третий корабль тоже в центральную хуйню кидать. Бомбежку эту. Засчитала корабли? Угу. То теперь нужно 6 мудаков на кораблях убить. Ну как раз тут никого нету. 2, 3, 4, 5 и вот этого. Оба. Бомби. Полетели обратно. Улететь в Солнечный край. И сдаешь потом их в центре. Так, дальше. Клинки рассвета должны быть сокрушены. Пошли. Через кровянику пойдем. Сейчас кровянику. Кровяника, это нужно 5 этих штучек утонуть. Вот, видишь, допустим, смотри, раз. Опачки. Тащи такие кустики. И лутай 5 штук. О, у меня штрафничество показывает. А без разницы, он без травничества даже делается. Мне просто на карте показывают. На карте, да, показывают. Травникам удобнее. Не достаю. Слишком далеко.
где-то стою. Слишком близко. Я не могу использовать. Не сейчас. У тебя что, чары? Да. Призывать ли бомбишь? Молоточком я тебе помогу. Кольцо власти, что это такое? Хуйня, можно пылить в БК-шной рейде. Так, кровяник собрал. Одна штучка осталась. А, я его согрел, ко мне бегу. Ладно. Бей пока этих призывателей, рыцарей, да. Позже тебе покажу, где стоял. Бежим. Зачем ты их бьешь? Всех хочешь убить? Ты, кстати, это самое, мне кажется, медведь нанес непоправимый ущерб, блядь, когда сказал, что он сильно дохуя пиздит на Ирэле. Ну, как? Мне, наверное, не понравилось. Что, ну, он реально много инфы говорит, и мне больше прикрикивает. Можно прикрикнуть на человека, если он тупит, нахуй, как, сука, полено, блядь. Типа Лока, да, соленый, как вообще нахуй, телам. Когда мор. Когда он прикрикивает по КД, это, блядь, бесить начинает. Ты короче, слышал, в каком ключе я говорил с ним? Ты же спокойно объяснил ему. Да, так, еще 4 рыцаря, 2 призывателя. Стрелки вот здесь. Так, подожди, ты что, все сделал? Он потом уже, да, он потом уже, да, мы убили 4 штуки. Потом он начал уже потихонечку, как бы, это там. В принципе, нормально. Чем спокойнее РЛ, тем спокойнее. Помни, как варенька РЛ, либо... Вообще, чтобы они не тупили. Я не знаю, что должен случиться. Только вывести должен человек. В каком-то смысле им конечно завидую, что они так умеют. Это я так не могу. А, 2 призывателя, 2 рыцаря. Угу. Ну вот, 2 рыцаря. Призывать. И сюда. И вот еще один. Паладин, мне видишь, как прыгает истерично, блядь. А что фолиант зачем? Фолиант это прокачивает репус с алдорами либо с провидцами. Самые ценные, это латные перчатки, вот эти вот скверны, они 150 репа дают, поэтому не выкидывай их. А вот эти колечки, их можно продать еще. Кольца, вот эти фолианты, которые с алдорами, с провидцами репу качают, вот, здесь можно продать, они хорошо стоят. Глаза Василиска этого, которые тоже репу меняют, знаешь, сколько они стоят здесь? Просто чекняло, похуеешь. Оружие какого-то там тоже, оружие змеиного клыка, или как он там называется, это оружие, оно тоже очень много стоит на репу. Так, мы сейчас бежим делать квест «Зачистить залив» и продолжаем. Написано. Перстни провидцам, чародейские флянты провидцам, перчатки и знаки Саргерса этим Алдором. По-моему, там еще прикольно тринки заточены под это говно, под все. Так, убиваем этих сирен, убиваем мирмидонов, всех убиваем. Мирмидонов берешь ключи, сирен, берешь ферки. Ферки сразу не... Бери штуки 4, и чейны бери штуки 3, потом пойдем делать. Вот еще пацаны.
Так, две сферки. Нормально. Смотри, как надо использовать хоть ножа, бреди. Не бей их. Смотри, подходишь к ним. Надо попытаться захватить одной вот этой сферой, которая мурук, можно больше рабов. Я сейчас четырех захвачу. Опа, видишь? Реквест сразу 8, 4 из 10. Правильно? Правильно. Вот так. Короче, это самое топовое место. Сундучок, видишь, сундучок этот зеленый. Вот. Я его открываю. Железная руда черноспина в 3 штуки. Вон на следующем. Заберешься. Смотри, еще такой. Если у тебя сумки полные, и ты открываешь сундук, вот, то тебе руда не засчитывается, то есть она не берется. А если ты потом попробуешь открыть, то не получится второй раз открыть. А как открыть? Правой кнопкой. Нужен ключ. Нет. Такое. Такой ключ от сундука. Значит, фармия. Эти ключи падают с этих... Блять, ну как их зовут, ебать? Ну, вот эти большие, короче. А сфера контроля, сирена. Так, сейчас я сферу кину на четверых сразу, погоди. Опа. 4. 3. Ух, там осталось. У меня 10 засчиталось. Так, а мне еще... Стоп. А, все засчиталось. Мне осталась одна руда и святилище. Чтобы руду добрать, ну, вот этих наг убивай. Не этих, а труд, которые ползают. Мермитон. Вот это пиздит, сука. Угу. Там кто-то уже. Тут много. Вон стоит на берегу. Взял ключ? Нет. Так, я выполнил квест. Теперь только тебе остались эти. Мне нужно только святилище настроить. Вот мегадон тебе еще. Да, пиздец, как так Джон, блядь, Дейнерис упорол нахуй ножом, это и пиздец вообще. Странно, что дракон нахуй не уничтожил его, он тело забрал, съебался куда. О, ключ еще начался. Вот, ключом в сундуке открывай, пока я пойду к квесту. Вот и все, собственно, по квестам. Полчаса делов, и хорошо ночью делать, и делать спать. Всякие ебаные роги не нападали. Вот такой тебе гайд, короче, по квестам. Все, сделал руду? Сейчас. Так, 136 голд. Сейчас еще квесты сдам. Три? Угу. Погнали, давай. Слава Синдорай. Салама Ашалама.
Блин, я вспоминаю тот момент, когда мы пошли в эту в РС-ку, десятку вроде, да. И ты такой мимо бежишь, мимо Хлеон, тогда хоп, спулил, блядь. И потом Варка спрашивает, блядь, что они вот так лимон не умеют ставить? Я говорю, нет, не умеют. Блядь, вообще. Я говорю, не умеют, нахуй. Из того, что я видел, это пиздец. Там Славикус, я не знаю, он вроде в Геопреске не знает, как дракон ставить. Ну, в общем, ладно, в следующий раз пойдем, когда вот в эту пятницу, да, я видео сниму с этого, с ретрика, как надо, блядь, играть. Или с танка, посмотрим, если танки будут, пойду ретриком. Все, наверху сдавай вот эти три. Внизу сдавай. Кстати, смотри, если хочешь, давай попробуем сгонять шатры и посмотреть, где там делать. Можно. Давай, бери тогда вот этот. Сейчас я еще сдам. А, в центре? Короче, я взял оружие там мало. Где это? Сейчас пойду еще там возьму на шатер на два квеста. А, и вот здесь еще какой-то квест, слышишь? А что за квест? Ебать, Делик же на голд обновил. Делай срочно войс. 3 часа ночи уже. И снова Делики обновили, слышишь? Можно опять их делать без... Пойдем? Войс. Все Делики после 3 ночи обновились. 3:10. Все Делики обновились. Пошли еще раз делать. Как нету, блядь? Вот здесь, иди сюда. Вот здесь нету деликов разве? Нету? Ну тут не. Нету? Тогда сдай. Я сдал. Правильно. Комиссар ненависти. А почему мне дали 2 квеста? Пойдем еще раз убьем его. Мне снова дали квест на 6 демонов и на этого эмиссара, что за дерьмо. Он, блядь, надо пойти. Прикольно. Так сделали. Делали или нет? Теперь демонов убить надо, 6 человек. 6 человек демонов. Блять, еще один демон. Где он? Не нашел. И у меня снова квест доступен, эти воздушные атаки должны продолжаться.
Бред. Вообще после трех они обновляются. То есть идеальное время для делания квестов. Идешь, делаешь, допустим, 2 часа, приходишь сюда ночью, хуяришь квесты, ждешь потом до 3, как 3 обновился делик, берешь все остальные квесты. И все. По идее так. Сколько у тебя уже этих эмблем солнечных? Похитителей солнца. 56. У меня 113. Нару, не забыли нас. Вот здесь еще квест бери. Где кровяника. Пойдем попробуем в шатре сделать. Мне интересно, там ни разу не было. А, вот. Какие квесты? Вот, обновились квесты. Вот они у тебя обновились. Нет? Обновились сразу? Странно. А, я знаю почему. Потому что я быстрее тебя. А ты сдал после 3. Понял? То есть мне обновились те, которые я сдал ранее. Я еще по второму кругу пойду и делать. Какие там квесты, названия? Долина призрачной луны? Так. Квесты. Все. Оружие это мало. И опять смотри в корень. Корень острова шипа надо взять. И очищенный металл там мало. Просит вас сделать мне 5 кусков очищенного металла там мало. Сделайте это, раздробив на ее наковальне оружие там мало. Солнечный, оружейный солнечного края на острове Кельданас. Где это, блин? Оружие там мало, где его взять? Долина призрачной луны. Серьезно? Терраса Атамала. Погоди. А, ну что, летим? Ну давай, свитком. У тебя есть свиток? Ну давай. Клацай. Погоди, сумки разложу. Ткань пустоты падает, хорошо, я не продавай ее, скидывай в ГБ, пригодится. Блин, нужно как-то это самое, что нужно делать. Не знаю, что, но чтобы падал лич. Что-то не улетел еще? Полетели. Справедливость восторжествует. Короче, в шатрах полетел туда. Полетка там есть? Угу. Отлично.